Добрый вечер, великий человек. Да ладно. Мне очень приятно быть вашей ученицей, а мне вашим другом. Над чем мне нужно поработать, чтобы уделить особое внимание для изменения в лучшую сторону? Всем людям, живущим на планете Земля, чтобы они перешли в новое изменение или измерение, нужно стать правдивыми, честными и добрыми. И находить в себе возможность такими оставаться. Быть людьми тепла, быть людьми света. Меньше нервничать, меньше беситься, меньше проявлять агрессии. Быть людьми света, быть хоть чуть-чуть теплее. Нельзя сразу стать великолепно счастливым. Так не бывает. Можно медленно себя воспитать. Знаете, как у Свами Брабхипады, который говорил о том, как человеку получает жизнь и наслаждение. Он написал целую книгу. И книга начинается. Вы пришли для того, чтобы получать жизнь и наслаждение. И это наслаждение вы сможете получать в случае, если вы будете каждый день читать мантру Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, и поклоняться Богу Кришне. Потому что сказано в ведической культуре о том, что тот человек, который поклоняется Кришне, будет спасен, и больше сансара не будет его мучить, и он потом перенесется к своему Богу Кришне в рай и будет рядом с ним жить. Но я могу сказать, что да, это способ, скорее всего, возможно, для кого-то он хорош. Но дело в том, что он может быть более легким. Для того, чтобы в жизни испытывать наслаждение, нужно быть просто ориентированным на то, чтобы испытывать в жизни наслаждение. Конец. Утром просыпайтесь и говорите, я сегодня сделаю все для того, чтобы испытывать или стараться от всего испытывать наслаждение. Как мы испытываем наслаждение? Гладим. Вот так зашли в ванну, стали возле раковины, говорит, моя раковина хорошая, мои зубики хорошие, моя мося хорошая, ой, какая вкусная еда, с кем-то обнимайтесь, ой, какая ты хорошая, ой, какая приятная лампочка, ой, какая приятная птичка, а тяжело, так а вы попробуйте. Потом это будет происходить автоматически, главное начать. Потом таких людей, как я, их ненавидят. Почему? У них все время, даже они могут хмурые быть, потом сможешь 10 секунд снова счастливый. Да что ж такое? А вот так.